уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды Первого банка мониторинга FairMonitor.com. И сегодня мы с вами поговорим об одном из новичков раздела «Эксклюзив листинг» нашего хайп-монитора, который расположился там несколько дней назад. Проект под названием MineMuse, со слов его администрации, является инвестиционной компанией, которая продвигает услуги облачного майнинга по всему миру. Цель проекта – это обеспечение доступа к добыче криптовалют всех, без исключения желающих жителей нашей планеты. Сайт MineMuse выполнен на достаточно высоком уровне, и только простенький переводчик портит общую картину. Думаем, он совершенно здесь неуместен. Дополнительно отметим, что интернет-портал проекта обладает красочным авторским дизайном, работает на лицензионном скрипте и оснащен расширенным SSL-сертификатом шифрования данных, о чем нам говорит зеленая полоска Green Bar в адресной строке. Рассмотрим маркетинг MineMuse. Всего в проекте представлено 3 тарифных плана со сроком работы вклада в 20 рабочих дней. Здесь можно получать 7,2% прибыли в сутки при депозите от 2000 биткоин, 8,6% суточных начислений для вкладов от чуть более 0,1 BTC и 10,4% ежедневной прибыли доступно для инвесторов с депозитом от половины с хвостиком биткоин. В качестве платежных систем в MineMuse представлены Perfect Money, Pair, Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. Что до выплат, то они производятся в инстант режиме, и это приятно радует. Есть в MineMuse возможность заработка и на привлечение в проект новых инвесторов. По условиям партнерской программы вы можете получать прибыль от 5 уровней рефералов по структуре 8, 2, 1, 0,7 и 0,3% от депозита рефералов согласно их уровню. Личный кабинет инвестора наполнен всем необходимым для работы. На главной его странице расположены основные показатели вашей учетной записи, а в остальных разделах можно создать депозит, посмотреть список своих вкладов, заказать выплату, проанализировать финансовую историю, получить доступ к реферальному меню и установить настройки аккаунта. Что до поддержки пользователей, то в MineMuse она реализуется через систему тикетов по электронной почте и телефону горячей линии, а также посредством онлайн-помощника и групп проекта в социальных сетях. Ну а на этом у нас все для вас. До новых приятных встреч, дорогие друзья!